Трагедия произошла еще во время заседания Конституционной комиссии. Мероприятие как раз завершалось. Вы понимаете, сейчас в нынешней ситуации информирование президента поставлено на такой уровень, что уже через 2-3 минуты после того, как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем. По поручению президента на место происшествия выехал руководитель КГБ, и через час главе государства уже второй раз детально было доложено обо всех обстоятельствах трагедии. По информации, которую располагали МВД и Комитет госбезопасности, в квартире, куда пришли бойцы спецподразделения, проживает человек, причастный к подготовке теракта на территории нашей страны. Вы же видите, попытки в буквальном смысле подорвать ситуацию в Беларуси не прекращаются, и об этом еще далеко не все сказано. Получив информацию об очередной угрозе, соответствующие службы проверяли и отрабатывали ее. Поручения же президента по итогам докладов были следующими. Конечно, это всяческая поддержка и помощь семье погибшего, его родителям. Президент очень соболезнует и сопереживает родным и близким этого парня. Еще накануне также было поручено самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося. И отдельно хочу выделить следующие слова президента. Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жесткой. Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется.